Торгово-экономическое сотрудничество в рамках Тюркского совета обсудили сегодня в Астане. В столице проходит пятая встреча министров экономики тюркских государств. На ежегодное событие прибыли главы экономических ведомств Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции. В ходе встречи стороны обсудили расширение многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Историческое и культурное единство наших стран должно стать основой экономического сотрудничества. В этой связи значительную роль играет Тюркский совет. Это платформа для устойчивого торгово-экономического партнерства между нашими странами. Инвестиции стран Тюркского совета эффективно работают почти во всех отраслях экономики, включая предпринимательство, транспорт и туризм. Интерес к реализации проектов госпрограммы «Нурлы жол», а также модернизации морского порта в Актау проявила Турция. Об этом заявил министр экономики Турции Нехади Бекчи в ходе встречи с Эрбулатом Досаевым. За последние 10 лет в экономику Казахстана вложено около 2 миллиардов долларов турецких прямых инвестиций. В свою очередь, почти 970 миллионов долларов направили в Турцию казахстанские инвесторы. С начала года товарооборот двух стран составил более миллиарда долларов.